Что известно о состоянии здоровья Игоря Николаева? Последние новости о музыканте, прогнозы врачей, госпитализация певца. У артиста давно обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Он ранее перенес 2 инфаркта. В больницу певец попал после 3-го обширного инфаркта. Врачи как могут спасают прославленного автора-песенника. Знаменитый исполнитель находится в сознании, но говорить о полном восстановлении пока рано. Мол, сейчас Николаева готовят к новой операции. Медики настаивают на проведении масштабного хирургического вмешательства – шунтирования. Концерты Игоря Николаева отменили. Жена певца Юлия Проскурякова не выходит на связь. И никак не комментирует информацию о состоянии мужа. В начале года, когда новость о 2 инфарктах артиста стала достоянием общественности, Юлия попросила не беспокоить ее и не лезть с вопросами. Родные также скрывают реальную картину происходящего. Игорю Николаеву пришлось лично выйти на связь с публикой. Он уточнил, что остается в реанимации, поэтому не может ни с кем видеться и пользоваться мобильным телефоном.